Крупный пожар в центре Владимира. 29 июня в районе 10 утра загорелся дом на улице Столетовых. Огонь быстро распространился по второму этажу, построенному из дерева, и крыше, половина которой рухнула. По словам очевидцев, в здании никто не проживал. Двухэтажный дом. А там кто-то жил, не знаете, просто бывает заброшенный? Скорее всего, не живой. Я видел, как он просто задымился, а уж дальше вот быстро, подхватило быстро, очень быстро. Но не вы вызывали пожар? Нет. На место выехали 20 пожарных и 7 единиц техники. В МЧС подтверждают, что дом был заброшен, и на момент возгорания внутри никого не было. В течение получаса пожар был ликвидирован. Площадь пожара составила 60 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. С начала года во Владимирской области произошло 1955 пожаров, в которых погибли 49 человек. Пострадали 33. Еще 131 человек был спасен.